А сейчас мне хотелось бы на сцену пригласить первых гостей. А это никто иные, как директор департамента молодежной политики Артур Сирачев и известный телеведущий Ульяновска Виктор Щербаков. Давайте поприветствуем! Он директор департамента. Он Витька Щербаков. Привет, друзья, давайте чуть поаплодируем друг другу, разомнем ладоши, скоро вас ждут, как сказал господин ведущий, который с вами сегодня много кричит, подарки, призы. Ну а мы с Артуром, мы немного постарше, чем вы, поэтому доступным языком расскажем, зачем же нужен этот телефон. Таким доступным, вот знаете, когда однажды рэпер Гуф объяснил, что 7-й этаж, он такой же, как 6-й, только на этаж повыше, вот так же доступно сейчас до вас донесем информацию. Правильно, Артур? Конечно, правильно, Вить. Все очень просто. Бывают такие моменты, когда непонятно, что дальше. Бывает, просыпаешься с утра, и непонятно, идти в школу или нет. Я думаю, многие через это проходили. Вот. Но в данном случае не обязательно звонить на телефон доверия. Бывают ситуации посложнее, когда, пожалуй, просто так ты не можешь найти ответы сам для себя. И в этой связи необходимо обращаться к тем, кто, ну, скажем, знает чуть побольше. Или как минимум сталкивался с этими ситуациями и просто-напросто знает, как попытаться выйти из непонятных вещей. Вот как раз такие люди работают в телефонах доверия, и поэтому... Ситуации бывают разные. Неразделенная любовь, кто-то отобрал любимый пирожок. Ну, мало ли что. Да, Витька, в твоей жизни много чего бывало. Да, у меня бывало, но не было телефона, поэтому я просто кричал с балкона о своих чувствах, а вот другая ситуация, друзья.